Hehehehe. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Опа! Ой-ой-ой, как же он стирает просто, боже мой! Стоять, блядь! Чё, уже не пушится, братишка? А! Ты чё, дурак, что ли? Пиздец, блядь! Блядь, сука, ёбаный, блядь! Сыночка, возьми свет. О, вон он побежал. Фига он от меня гасанул. Я не слышу, сука, где он на этой карте. Ты тут? Да. Я тебя заебался искать. В смысле, кого ты ищешь? Здорово, блядь, заебал. Это чё ты, говорит, да, говорит. Давлю и буду давить, нахуй. Паза, ты? Паза. Ау. Ау. Стой, не убивай меня. Почему? Я не хочу убирать. Я не хочу. Я этот, ну. РБКСМ только что открыл по квесту. Я думал выйти. Ага, понял. Ладно, брат, заходи. А, ты вообще не с ними, да? Не-не, я с ними. А, по ты квесту с ними? Вообще. А они за секунду двое, да, умерли, я так понял? Но они думают, что ты читер. Репорты кинули уже. Не понял, ебать. Чё, тебе помочь что-то надо? Социальная служба, блядь, поддержки из Кейпром-тарков. Здравствуйте. Так смотри, я с говном с ебаным играю. Ты видел у меня хоть раз эту помойку, блядь? Ну, асфал более-менее норм. Да-да, расскажешь, нахуй. Показываю рецепт. Обычный, просто мужской. Чекаете? Берете борщ, ложечку бульончика, вот так. Слушай. Есть маза попробовать топовую акцию от компании Winline. Подогреть интерес к любимым матчам футбола, хоккея, баскетбола, либо киберспорта. И полутать до 10 тысяч рублей без пополнения депозита. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Кстати, зарегистрироваться можно как на сайте, так и скачав приложение на телефон. Простейшие условия доступны также для жителей Белоруссии. Братские сердечки, спасибо, что посмотрели рекламу. Глотаете, берете потом сальце, закидываете, жуете, берете лучок и щепоточку хлебушка, вот так. Жуете, кайфуете прям, и потом еще берешь ложечку. Идеально. Че, хлестанемся или че, или засал? Пидорас! Погнали, ёп! Пидорас! Вот урод! Кто-то бежит, по-моему, да?
Да ты чё, блядь, меня лузгаешь? Нихуя ты меня наебал, заскамил, блядь. Нихуя ты хитрый, хорош. Ой-ой-ой, я там еще подкатик организовал, жесть. Боже, блядь, на P90 этот прицел ставишь? Ты чё, гений, брат? Так я сейчас Дамир специально убью всех, чтобы ты не полутал. Я вижу же твою ставку. Пошел бы ты нахуй. Вот, падла. Да сдохни ты уже там, пидор! Сами чё как, печень, почки, там, ставочники. Чё там с ебалом, кто хату влил, а? Шапочки, ушаночки, чисто залетел, как егерёчек. Просто развалил уважаемых. Чё, пацаны, есть похавать, а? У таких должно быть покюша. Внимательно, не палимся. Сборки видал какие, блядь? Ни хухры мухры вам. Пить хочу, есть у кого что? Без воды помру нахуй. Пиздец, пить охота. Сука, блядь, всю воду запиздил. О, сука. Достало уже это все. Да, Рок, я пытаюсь соответствовать топовым стримерам. Лутаю до каждой косточки бомжей. И прицельчики топовые, видишь, одеваю. Ух ты. Как постреляли, штребухи. Мразота. Кто поставил на 3? А ну-ка покажите в чате. Поздравить вас хожу, кто в мазу верит до конца. Раз, так, этот не считается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 типов сломали. Ну посмотрим, что они скажут, когда выйдет. Ну ты, маза. Да. А чё так? А на стриме я тебя смотрю. Не убивай. Ладно, не буду, иду, выхожу. Пойдёмте, пусть. Блядь, в вулкане, пиздец. Пойдём, котлеты им размотаем. Сашка, ебать, заряжен. Пойдём, слышь, типам пизды даём. Они вот там вот бежали по массу. Пойдём. Глянь, о. Они где-то тут были. Давай, ты танк, первым номером работай. Давай, работай. Баты на кого ставят? У тебя два варианта, либо... Бля, можешь... Хорошая. Fast as fuck. Цыпа. Хили, маби. Полежали, пацаны.
стреляй, пожалуйста. Не надо, блядь. Бля, братан, пиздец. А, блядь, анимация уже шла. Сука, я похуй. Парнишка что-то пикнул, что-то попутал немножко. Не надо, блядь! Вам нужно тренироваться, мистер Ричард. Следующий. Прекрасно. Не, в натуре класс. Стоешку туда даем примерно, чтоб... Блять, это кто? Затрекать, суку, бомжиху. Затракую, сука. Затракую. Затракаю, блядь. Оружие на землю, руки за головы, блядь. Разбежался. Ошибка, пацаны. Меняю магазин. На ней не надо менять, блядь, глайды, как на вот этой помойке ебаной, блядь. Понимаешь? Блядь, просто, пацаны, вы поймите меня. На HyperX, блядь, за 3К стоят глайды уже, блядь, белые E-Tiger, нахуй. Которые не надо менять, блядь. А эти пидорасы сейчас, блядь. Которые, нахуй, за 12К мыши не руинят коврик, тебе их маму ебал. Понимаешь? С негативом, блядь, с максимальным негативом. Негативом, блядь. Я хочу купить за 12К помойку, чтобы в ней уже все было, нахуй. Чтобы я не шел на AliExpress и не заказывал на них, блядь, E-Tiger глайды, сука, блядь. Понимаете? Я не хочу этой хуйней заниматься. Зачем мне это, блядь? И заебал. Да, сука, хилиса ты, блядь. Ты магазин! Чё ты там нахуй? Сипа, блядь. Вот. Появляется ебаный, сука, блядь, шум. Конченый нахуй. А чё, бот пробежал или кто там? Братишка, а чё ты пролетел там, ебать? Залупа, слышишь? Не чекаешь. Чё-то хочешь или чё? You speak English, fucking idiot. Взрываю тебя, короче, нахуй. Да заебало. Ой. Ah!
нашей земле, сука! Вы заебались, седуны ебучие, блядь. Вот туёбок, а! Жёстко протрекал, типа. Нет буфета здесь, наверное. Ебать. Нихрена себе. Прикиньте, полный серп какой был. Охренеть просто. Ё-моё. Брат, пизда. Полутал часики. Блять, заряжай! Ну я его хотя бы предупредил. Бля, ну смотри, молодец. Юмп взял как бы шлемчик. Всё, оделся чётенько. Пойди, хуесос! Ты шо, ебать? Я так не учил, блядь. Я так не учу играть на стриме. Ты чего? Это пиздец просто. Ужас какой, ужас. Я этого не видел, ладно. Я очень арену жду, вообще прям нереально. И, короче, вот от колды кайфую жестко. Вчера вот играл в колду целый день. И прям вот, ну, такие клатчи брал. Бля, охуительная история. Просто мама родная. Что там сказала Юсечина ебаная? Юшей! Давай, давай, давай! Пиздец, меняю магазин! Пацаны, не стреляйте, блядь, по братке, я вас умоляю, да хуй. Присядешь здесь сразу, иди сюда. Заходи. Ой, бля, братан, извини. Бля, я думал, ты на улице. Ебать, прости, пожалуйста, кто как мразь чуть не поступил. Ты стреляй, пожалуйста. Осуждаю, бля, вот прям, ну, прям ты меня испугал, понял? 10 раз бля, присаживайся. Маза, да? Кто маза, это? Да? Чё за маза, я не ебал. Только что твои видосы смотрел в ютубе. 4, 5, 6, 7... 8, 9, 9, 9, 9. Сжимай кольцо, сжимай, сжимай! 10. Хорош, красава, бро. Бля, Маза, я только что твои видосы единицы смотрел прям. А подожди, я тебя на стриме сейчас смотрю, в натуре, я думаю, что-то знакомый. Я прям думаю, что-то знакомый шум из эмки, из МП5-ки, а это мой, оказывается, был. Ну ты правильно делаешь. Ты правильно делаешь, говоришь, бля, мужики, не стреляйте, это лучшая тема в Таркове, которая может спасти. Не знаю, меня 40 раз уже убивали, у меня вон осталось 10 тысяч, по-моему, в схроне. На, забирай это добро. Да, спасибо. Вот, там еще вот твой че... А, то твой тиммейт, да? Не-не, я один играю вообще. Вот это все забирай, я пойду в того оденусь. Спасибо большое, Мат, хорошего времени тебе. Да не за что, родной. Пиксели, вообще пыль, бабки, похуй. Я вон, видишь, уже прикинулся тоже, как бы, без тоба-лоба. А, я понял. Оружие на землю, руки за голову, блядь! Всем лежать мордой в пол! Пукалку свою подскидывай, быстро, мальчонка! Там еще лакомка есть для тебя, братан. А чё тебе помочь одеться? А ты уже оделся, да, норм? Да я, да, вроде бы, спасибо. Ты эту помойку скинь, вот дробовик на второй слот. Вот эту МП5 свою, с неё магазин сними и положи её в сумку. Это просто была единственная пушка в схроне. Не-не, забери её. Она, ну, в схрон. Она два слота занимает. А где выход у тебя? На другой стороне, перекрёсток, трейлерный блокпост. Ну, пойдём, сейчас я тебе ЗБ открою. Пойдём, вон, полутаешь, я ещё убил. Вот с этого тоже бери, чё там влезет тебе. Вон, у него в этом...
это в сумке прицел и ночное видение. Хорошо стоит, забирай. Шлем это забирай, что за. Че, видосики заходят там на ютубчике тебе жестко, да? Плотно прям. Да я уже не знаю. Первый видос от 50-й, 2 сутки пересмотрел. Как семечки. Ну давай тогда привет передай пацанам из ютуба. Куда-нибудь попадешь в ролик кого какой-нибудь. Шо... Ну вот, все, что пацаны... хочешь сказать, в принципе, вот, можешь вещать. Только в глаза пацаны, смотри. Смотрите, вот прям каждый видос там истину глаголит, такие скилловые выстрелы, флики, вообще незабываемое ощущение от каждого видоса. Братан, снимай почаще, играешься на таком же уровне, если только выше иди, вот. Поэтому хорошего стрима. От души, брат, от души. Держи вот я чисто соломулечку. Полетим. Давай, аккуратненько играй, не, это с РДшечкой, сразу в следующий рейд иди. А, спасибо, брат.